Приветствую вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. И решили мы сегодня порефлексировать, то есть записать передачу о передаче. И с нашим Александром и Екатериной, которые вам и знакомы, и желанные, а может и поднадоели уже порядком, как и я. Но вот немножечко осмыслить собственные труды вместе с вами и их порасспрашивать, как им все это дело дается, достается, и какие за это они получают похвалы и оплеухи. Может, у них ко мне какие вопросы. О том, как мы пишем эту передачу, как ее готовим, как она рождается. Все-таки уже не один год, слава Богу, мы с вами вместе и... Были разные этапы, были разные ведущие, большие, маленькие, и церковные, и вовсе не церковные, и с сюжетами дополнительными, и в одном словесном жанре. Всякое бывало. Александр, для тебя все-таки значительное в твоей жизни событие, участие в этой передаче. Ты-то все-таки, наверное, менее других готовился. Мы Александра помним с его студенческого детства, с первого курса, где он совсем еще, ну не скажешь, не отесанный такой отрок, но все-таки ты из небольшого городка приехал, не слишком, несмотря на свое благообразие какое-то такой, заподозрить у тебя в большой какой-то популярности, все-таки нельзя было, да? Ну, у меня вообще сразу, то есть как практически я поступил в университет, и там буквально осенью вы меня пригласили, и у меня теперь просто уже это как ассоциируется, то есть... Ну, как вот, собственно, я приехал в Рязань, можно сказать, стал в общежитии, жить стал студентом. И здесь, то есть, у меня как-то все это в такой в сумме, и уже просто как-то неотъемлемая такая часть. Да. А вам самим, то есть, передача полезна, потому что ведь мы много с вами каких тем обсуждаем? Ну да, потому что темы-то они разные бывают, и все равно так или иначе готовишься. У меня часто... Ну, может, сейчас не так часто. Раньше вообще спрашивали, вы как заранее, то есть все диалоги расписываете. Вот. И, конечно, диалоги не расписываем, но все-таки, ведь, чтобы быть немножко в курсе дела, все-таки накануне почитаешь, там материалы полистаешь, что-то узнаешь новое, что-то, то, что, может быть, сам бы и не посмотрел просто бы, так. Да, да, да. Ну и навык общения, к тому же, да, появляется, особенно в присутствии зрителя. Это тоже особая форма, не всем дано. Это чувство того, что со мной разговаривают. Я разговариваю по-человечески, когда понимаешь, что смотрят глаза людей, тебе совершенно незнакомых, и тем более ты таким в творческом жанре уж сильно не преуспевал по юности, как мне приходилось. Но тем не менее. Мне кажется, что ответы вот лично для меня, например, очень бывают полезны, потому что так думаешь, сама бы, наверное, не спросила никогда такой вопрос. Вот иногда там как-нибудь стыдно, иногда неудобно. Иногда думаешь, правда, ну действительно, не задумываешься. А просто. Тут лирический герой. Я девушка, ну, а ты да, мне так. Других вот, девушек. Например, какая-нибудь ситуация. Да. И описываешь какую-нибудь ситуацию свою или каких-нибудь своих знакомых, или просто нужно в каком-то вопросе разобраться. Или, может, даже под предлогом какого-то третьего человека, какую-то тему, которая волнует именно тебя. Да, да, ну это в этом ты. Я к этому вас и побуждаю, что не обязательно вам тут самооткрытием, откровением, ребята, вот у меня был такой тайный помысел, что вы скажете, а вот есть такое мнение у наших подруг там, или у людей далеких от церкви, потому что нам же важно поддержать тему. Ну, а из тех пар, которые еще бывали, вы... А вообще, вам кто больше всего запомнил? Состав ведь было достаточно много. Много, да и всегда приходится, мы же все-таки здесь с вами-то, может, и не обречены на всегдашнее общение, у вас тоже много всякой деятельности, возможно, например, Тимофею, моему дорогому собеседнику, одному из первых, потом просто время не позволяло, он стал сельским учителем, закончив теологию, теперь уже он преподает у нас на отделении теологии, он общался с очень долговременной нашей собеседницей Аллочкой, которая теперь тоже уже ее профессиональная жизнь устроилась, сложилась, и она в другой отрасли, так что участие в этих передачах тоже стало для нее просто невозможным. Читая молитву, мы надеемся получить то, что не могли бы получить помимо этих мощей. Ну, считаю, что тема очень интересная. Я уверена, что многие очень далеки от этой темы. Ну что ж, простите, что не дали вам высказаться, но такая уж тема, которая предполагает больше некоторое учительское рассуждение, чем ваше предположение. Было очень интересно. Было бы как раз недоумение, мне сказали, Аллочка сказала, а я думаю иначе.
Это была такая пара довольно хрестоматийная. Алла, человек православный, но церковная жизнь ей не является такой очень привычной ее атмосферой. Тимофей, напротив, богословского образования, и оба очень такие благообразные, какие-то благородного такого, какого-то вида и способа общения. Был, конечно, очень важный этот этап, когда мы в основном по преимуществу с ними и делали все передачи, это был не один год. Ну и уж, конечно, никак не забыть первую пару, не знаю, помните ли вы, дорогие телезрители, но это сейчас пара замечательная. Они, во-первых, это батюшка и матушка, во-вторых, они супруги, в-третьих, они замечательно трудятся, и супруг Дмитрий тогда, юноша, преподаватель нашего отделения теологии, сотрудник нашей кафедры, замечательно пишущий и в наши православные средства массовой информации, а супруга его и до теологии подавала очень хорошие надежды, как журналист, и тоже сейчас очень востребованный молодой писатель, который ведет и целые рубрики в очень известных журналах православных, и на порталах полезных для Отечества. Вот, так что такие особые, конечно, есть пары, которые... Боже, когда вышла первая передача? Первая передача вышла давно, наверное, наши дорогие режиссеры скорее вспомнят, хотя тогда и не они подвязались на ее поприще ее подготовки. Ее появление связано, опять же, для меня с благословением святителя Феофана. Один благодетель нашей Рязанской церкви и сейчас остающийся ее усердным попечителем, ну, член нашей церкви прежде всего, но и кроме этого исполняет такую особую функцию благодетеля во многих добрых делах. Он был организатором одной из небольших конференций в магазине своем, книжном магазине, крупном магазине. И эта конференция была посвящена памяти святителя Феофана Затворника. А я тогда уже служил у мощей святителя Феофана, и в числе прочих приглашенных нашего архиерея, тогда владыки Павла, и священников образованных, и я тоже имел слово о святителе Феофане, о его книгах. И этот благодетель присутствовал на этом организованном им празднике, и услышав наше небольшое, но по возможности не скучное, какое-то веселое, живое сообщение на эту благородную, глубокую, высокую тему, подозвал своих руководителей нашего телевидения, 9 канала, и сказал, вот давайте-ка делайте передачу просветительскую с этим священником. И мы придумали довольно в короткое время какую-то форму, вот эту самую форму, которая не меняется. Может, и пора что-нибудь было бы изменить, но так уж вроде терпит нас, дорогие телезрители, и рязанские, и наш телеканал «Союз». Тут ведь нужны единомышленники, потому что совсем не посадишь человека, хотя мне всегда нужен был какой-то конфликт. Я пытался все время в поиске пары найти какого-нибудь вредного парня, вредную девочку, чтобы она со мной спорила. Но в результате мне говорят, ты давишь на них. Вот. Ну, кто так не боится сказать правду в лицо. Попробуй. Я и сажал на ваше место девушек, которые, ну, хоть ко мне относились так положительно вроде бы, но при этом в церковь не ходят, как мы с вами, с постоянством. Заходят иногда и бывают, то есть не совсем против православия, иначе она бы в вашей пропагандистской передаче никогда бы не стала, может, участвовать. Вот. По каким параметрам? Там, благообразие, общительности, умение высказать свои позиции, положения и как-то их отстаивать, в чем-то поспорить со мной. В этом отношении Алла была хороша, она, ну, все-таки была такой твердый человек, остается. Да, она какая-то вот, есть в ней такой вот угол зрения. Вот не знаю, батюшка, не знаю, почему так, а вот это так, а вот это эдак. И пытался, конечно, всегда, ну, зная законы драматургии, все-таки у меня творческое образование есть, здесь какую-то драматургию развернуть, какое-то противостояние, чтобы говорить, батюшка, зачем это нужно? Да вот вы сидите, вы говорите, да это совсем все не так, как вы говорите. Но все-таки в этом жанре я не смог развиваться. Может быть, в этом развитии, дорогие телезрители, как посоветуете, все-таки посадить сюда людей, которых не я выберу, а которых выберут, например, наши опытные режиссеры, которые не будут, так сказать, подделываться под мою позицию, а скажут, у нас вот здесь другая позиция. Ну, вот как-то почему-то не складывается. Ну, вообще, ведь отзывы, особенно, наверное, поначалу эти разные были, да? Да, и прежде всего по жанру, потому что некоторые церковные, глубоко воцерковленные люди, которым я 100 лет не указ и не нужен, меня бесконечно, не бесконечно, но довольно мощно критиковали тогда, почему там у собеседницы мои коленки не прикрыты, а ведь это общение с батюшкой.
Почему мы позволяем себе шуточки, почему даже чаек попиваем, говоря о священных предметах? Ну, приходилось оговариваться. Сейчас, наверное, все-таки смирилось какое-то количество людей, не принимающих наши условия, нашу форму. Объяснял им: дорогие друзья, вы глубоко воцерковленные, так чутко чувствующие духовную жизнь люди, у вас есть возможность посмотреть любые другие передачи, которые есть на телеканале «Союз». А вот для ваших невоцерковленных, родственников, знакомых, есть та передача, которая имеет форму легкую. И она должна быть доступна для каждого, интересна, а еще и вызвать какое-то особое внимание. Вот, да, у нас в основном девушки симпатичные, они не симпатичные принципиально, каким, зато принципиальные. Вот мое положение такое. Вот я девушка деловая, мне внешнее благообразие не интересует вообще. Мало ли какой у меня тут проборчик, криво или косо на голове. Ну вот вы мне разъясните. Ну я сам не интеллектуал, и такую интеллектуалку не выбираю в собеседнице. Я там, по-моему, тебя перебил по поводу, я говорю, что богатым, успешным, знаменитым и красивым, и как-то не клеится с поколением, ты возразила. То есть ты с понятием... Ну, я не считаю, что не клеится с покаянием. Если ты богатый, успешный, красивый, это не значит о том, что ты пустой внутри. Исповедь различается, раз у вас же есть какой-то опыт покаянной жизни в храме или в приходском, или в монастыре? Разница Ну, я не вижу разницы. Для меня церковь — это как-то, я не знаю. В любом случае. Святой. В любом случае, да, это святое, неважно, в каком храме я. Ну, скажите, еще не важно, какой батюшка. Нет, важно, важно, очень важно. Да. И даже такие бывали моменты: в храме Христа Спасителя, рождественские чтения, ко мне подходит какой-нибудь благородный господин, говорит: ой, как хорошо, что я вас встретил. Давайте с вами сфотографируемся, что вот мы с вами как-то духовно близки, друзья, а то супруга меня обвиняет, что я из-за Аллочки вашу передачу смотрю, чтобы на Аллочку попялиться, потому что так в прославных передачах больше батюшки, святыни, а тут красотки какие-то молодые сидят, вот, и не столько я слушаю батюшку, сколько приятно посмотреть на там женскому полу, на приятного молодого человека. Но это ведь условие творчества. У нас же не просто проповедь. Если бы я проповедовал сам вона, я сам преподаю теологам и миссионерам будущим разнообразные жанры слова, приправленного солью веры. И одно дело, ты проповедуешь сам вона, другое дело, ведешь беседу в храме. Третье, занимаешься в воскресной школе с детьми. Четвертое, это, например, жанр тоста. Сказать тост толковать, что же надо иметь какое-то понятие правильное о стиле. Если ты начнешь богословствовать заумно, когда люди хотят в очередной раз закусить что-то, ну и выслушать твое слово по поводу события, ради которых собрались, но все-таки не время лекций. Так и здесь, и свой жанр. Поэтому мы определили жанр — это вечернее чаепитие. Приехали молодые люди, оторвались от своей суеты, забот, и пообщаться с батюшкой. С батюшкой все равно полезнее, чем сантехником. Хотя, может, и сантехником уму разуму научит. Вот. А вы свидетели. А общение неформальное такое. А девочка приехала в чем хотела. Я никогда не диктую. Я иногда высказываю, что мне больше нравится, что мне не нравится из того, что одевают девочки. Но сказать: Катя, ты одень то-то и то-то, ну, признаешься, что я все-таки, ну, таким уж диктатором не являюсь. Я могу сказать, мое отношение такое или всякое. Почему ты там замоталась, как кулема? Что кулемилась? Приятно же посмотреть на девушку, которая, ну, так и сяк, и эдак, и эдак. То есть я слежу за эстетической стороной нашего общения. Может быть, не всегда тут безупречно, но я думаю, что я вас не огорчаю, дорогие телезрители, подбором самих лиц, которые тут присутствуют в передаче. Батюшка, а может быть, какие-то известные люди были с вами передаче собеседниками? Да, если помните, это я всегда не упускаю случая, если опять кто-нибудь приедет и будет возможность его завести в эту студию. Ну, были. Это Светлана Копылова, многие отметили интересность. Сама Светлана была довольна, в общем, этими двумя передачами. Руки раскинув, лежать на воде, в синее небо смотреть. Только в России, больше нигде, хочется мне умереть. Только в России, больше нигде, хочется мне умереть. Будет шептаться все так же листва, в поле ромашки цвести. Паучок золотой кружева будет искусно плести. И паучок золотой кружева будет искусно плести. Мы
мой друг музыкант, гитарист Кирилл, Волжанин тоже здесь. Что мне еще запомнилось? Миссис Вселенная. Мира. Миссис Мира, Миссис Вселенная называлась. Это такая королева красоты. Мама, которая мама королева красоты. Они не мисс называются, а миссис. Да, здесь тоже мы общались. В качестве особого подарка и радости, которые с нами в неделю жен мироносец, представить вам нашу гостью. Столь высокую, что и мы, привыкшие уже к этой студии и к нашему общению, рабеем. Миссис Мира 2011, победительница такого престижнейшего конкурса «Красавец», но при этом не просто красавец, которые только тем знамениты, что хороши собой, а при этом совмещающие и благородное материнское служение, состоящее в супружестве, то есть это уже не принцессы, а настоящая королева. Ну, можно было бы идти этим путем, но он у нас бывает все-таки периодически. Я имел бы намерение, может, даже с какими-то очень известными батюшками, если получится, пригласить, то ему позадавать вопросы. Есть такой замысел, было бы интересно. Вопрос кадров, он не решен в целом. Имеется в виду в той части, которая касается нравственных аспектов воспитания. Даже если у людей есть какие-то идеи, они могут, по-моему, прислать их к вам в группу, да, ведь православие? Да, есть такая группа православия. Хоть сейчас нужна великая осторожность любому священнику, который особенно появляется в социальных сетях, поскольку это, ну, всегда чревато всякой скверной, которой в большинстве своем забита мировая паутина. Но с большой осторожностью можно и там появляться. Вот в группе православия, такая одна из самых известных и больших закрытых православных групп. Закрытых, то есть мне нельзя ругаться, нельзя делать, что захочешь. Администраторы зорко следят и убирают людей, которые из тех страниц, которые ведут себя неадекватно. Но там кнопочка есть «Вопросы священнику». И там я веду эту кнопочку и по мере возможности отвечаю на сотни, тысячи вопросов людей, которые там задаются. Ну, поэтому, вероятно, можно. Поэтому свою какую-то передачу нашей «Душевной вечери» делать страничку надо кому-то вести. Если кто-нибудь появится, назреет из моих помощников, из наших теологов такая решимость. Батюшка, давайте я буду вести этот сайт или страничку, и я знаю, как ее раскручивать, я знаю, как делать ее общеинтересной, то я, конечно, не откажусь от такой перспективы, понимая, как важно присутствие священника и в этих областях полумрачных мировой паутины, где все-таки есть возможность людям задать вопрос иногда крайне издалека, из-за рубежа, и там, где нету батюшки поблизости, в каких-то смятениях душевных, когда человек не может почему-то по дьявольскому наваждению дойти до храма. Ну, возможность задать вопрос реальному священнику, который старается кратенько, но внятно, не скучно, но по возможности точно ответить на задаваемый вопрос, не какой-то не мудрствуя, особенно лукаво, но пытаясь человека поставить на церковный путь, на внимание к святоотеческому наследию, на дух церковь, к духу церковному. Вот так. Так что возможность развития. Батюшка, я хотела спросить, может, у вас есть какая-нибудь любимая передача, какой-нибудь любимый выпуск? Вот я вспоминал про это «Ромео и Джульетта», вспоминается. Как-то мы пытались собрать на юбилейную передачу сотую, мы собрали несколько пар. Когда вы уже появились на экранах, Тимофей женился. Но
невеста его определилась еще раньше. Я помню, когда я назначил первую встречу Тимофею и Алле, как-то усмотрев их в кругу моих молодых знакомых, то Тимофей уже не один пришел на эту встречу, его благоразумно сопровождала невеста. Такая феминистическая тенденция, но вы, бывает, что так жестоко не даете Алле высказаться, точнее, ну, не то чтобы не даете, а чувствуется такое, такая мужская снисходительность во взгляде. Да, давай, скажи. Позволено вам немножечко поплакать. Вам позволено, да, как-то так. Вот мне нравится, когда общаемся с детьми, но они редко бывают, эти передачи, поскольку, например, Петя, мой любимый артист, несовершеннолетний, он пока был совсем непосредственный, пока его не научили взрослые, что нельзя себя так вести, все время тянуть в рот печенье, вот, и другими какими-то естественными детскими проявлениями веселить и меня, и наших почтенных телезрителей, был замечателен. Потом его научили быть каким-то заданным. И он, и передача с этими детьми потеряла некоторую остроту и вкус сам. А у тебя есть какие-то воспоминания о путешествиях? Да, я путешествовать-то не очень люблю в основном. Но у меня есть три любимых города. Флоренция. Венеция? Нет. Как его, столица Турции? Столица Турции – Константинополь. Венеция, Константинополь и Иерусалим. Так что нельзя объять необъятного. Простите, что мы сегодня решили уж особенно не затруднять себя какой-то особой темой, а поговорить о том, как мы тут говорим. Но это искусство об искусстве тоже имеет какое-то свое значение. А может быть, мы спровоцируем какое-нибудь ваше внимание. Может, напишите, что полезное, интересное, либо на наш 9-й канал Рязанского телевидения, либо в эту группу «Православие», где я отвечаю на вопросы. Либо наши частные возможности переписки, общения. Ну, а для меня самое дорогое, честно сказать, если вы, во-первых, будете, конечно, исполнять дело своего спасения с большим удобством и радостью, а еще поступите к нам на теологию, честно сказать. Потому что для меня теология – это такая радость моего общественного служения. И кажется, что все-таки наши передачи, особенно направленные на взрослых, для того, чтобы мы с вами получили какой-то вкус, не оставаться в догматическом невежестве, а получили бы образование в святоотеческом нашем православном вероучении. Это так важно и для церковной жизни, и для наших близких. Так что, если скажите, зачем эти слуга, ты всем этим занимаешься за более чем скромную цену, вот, или вообще бесплатно? А я скажу, ради того, чтобы приумножалось дело нашего православного просвещения соотечественников. Так что уж хотите ответить добром, не поймите, к серьезным намекам мои, ну, чуть горьковатые воспоминания об отсутствии отзыва о материальной помощи, это действительно не самое главное. Вот. А хотите ответить добром, учитесь в наших православных учебных заведениях, очно, заочно, дневное и всякое прочее. Это для меня будет самая лучшая награда. Храни вас Господь, Божьей помощью, друзья. Благодарю дорогих Александра и Екатерину за эту нашу беседу. Будьте здравы. До свидания. До свидания.